Очень прикольная пальма. Эти пальмы очень редкие. Они живут только в этом регионе с такими необычными плодами. Даже не знаю, что это за плоды такие. Кстати, это место, в котором мы находимся, Пунта-Кана, оно названо в честь пальмы, которая здесь прорастает. Пунта – это точка, а Кана – это пальма.